собираешься меня убить? Задумался. Если ничего не продам, придется уволиться. Тебя кое-кто ищет. Честная работа. Эй, ты, отойди назад. О чем ты хотел со мной поговорить? Вижу, ты занятой человек, ирландец. Я могу послать тебе вещи, которые понадобятся, чтобы вести дела. Да, что, например? Все, что тебе нужно. Оружие, боеприпасы, взрывчатка. Я поставляю такие штуки таким, как ты. Тайно и по разумной цене. Поверь мне. Так. Не думаю, что тебе нужен отдельный чек. Боюсь, что нет. И как ты хочешь, чтобы я за всю твою фигню расплатился? Конечно же, контрабанда. У немцев самое лучшее оружие. Установки нацистов есть по всему городу. Тебе нужна серьезная огневая мощь, чтобы уничтожить их. Взрывчатка, например. Мои дельцы возьмут все, что ты сможешь оттуда вытащить. Немецкие офицеры еще один источник контрабанды. Конечно, для начала тебе нужно будет их всех убить. У моих дельцов ты можешь выменять контрабанду на оружие, боеприпасы и даже на машины. У меня люди по всему городу работают без перерыва и выходных. Дай угадаю, чтобы вступить в ваш кружок по интересам, мне надо заплатить. Ну да, совсем чуть-чуть, чтобы покрыть мои расходы. Считай это инвестицией в твое будущее. Мой друг Пьер подкинет тебе пару-тройку вещиц для начала. И абсолютно бесплатно.
Небольшая пробка. Акварель и масляные краски. Эй, аккуратней. Кто сейчас высшая раса? Der Ire versteckt sich hier irgendwo. Bring diesen Iren um. Schnell! Weg! Er ist hier. Ich rieche ihn. Das Проклятие! Черт возьми!
Rückzug! Sofort! Кто не оплачет? Ну же, взбодрись! Пожалуй, я вернусь. Который час? Кстати, сейчас утро. Шон, у тебя уже есть мой... Неплохо, ирландец. Мне кажется, это начало очень многообещающей дружбы. Теперь можешь иметь свободно дела с любым торговцем с черного рынка.
Что случилось, Сантос? К шампанскому нужна икра? Она уже у меня лезет из ушей. Никому больше не нужна эта фигня. На кой сдались рыбьи яйца, когда у людей можно ребра пересчитать, как у голодных собак? Выпивка, сигареты, морфий — вот где крутятся деньги. Слава богу, вы здесь, чтобы извлекать пользу из чужих бед. Согласен. Мы не можем быть все крестьянами, тем более сейчас война. К примеру, возьмем моего старого друга генерала Люца. Его бы сразу заметили в Париже на такой машине. На прошлой неделе я предложил ему итальянский лимузин. И знаешь, что он мне ответил? Не знаю, пошел в задницу. Ха-ха, верно. Он сказал, что купил лимузин у одного из моих соперников. Ах, печально. Да уж, но не так печально, как лицо генерала Люца, когда он узнает, что его замечательную тачку сперли замечательным образом. Тебя похитили злобные ирландцы, верно? Именно. Воображаю счастье генерала, когда ты продашь ему его же тачку за двойную цену. А ты шаришь, ирландец. Как будто ты уже делал это прежде. И что мне за это будет? Ты же любишь машины, да? Можно сказать, что я вращаюсь в бизнесе подержанных машин. Сделай это для меня, и мои особые гаражи по всему городу будут открыты для тебя. Хорошо, договорились. Теперь мы в деле. Да. Нужно смотреть, куда иду. Сейчас я сижу... Должно быть где-то здесь. Вот и машинка. Красотка редкостная. Посмотрим, смогу ли я доставить ее Сантосу непоцарапанной.
Как бы не так. Ты куда это собрался? Должно быть где-то здесь. Эй, ты сломишь себе там шею? Вот и машинка. Красотка редкостная. Посмотрим, смогу ли я доставить ее Сантосу непоцарапанной. Как бы не так. Ты куда это собрался? Еще один взрыв там. Слышал, генерал Люц ищет новую тачку. Хе-хе-хе, ты уже делал это раньше, ведь так, ирландец? Я угонял машины. О, несмешимые тапочки, понятно. Но если тебе понадобится гараж, можешь использовать один из моих. Мои профессионалы могут предоставить вам все виды качественных услуг. Да, что, например? Кузовные работы, модернизация, парковка, все, что пожелаете. Будем рады оказать тебе весь спектр услуг. За определенную цену, естественно. Великолепно. Увидимся.